Ребятушки, ну что, всем доброе утро. Во-первых, хочется сказать, что у нас сегодня в 7 вечера встреча книжного клуба. Будем обсуждать чеховские пьесы «Три сестры», «Чайку» и «Вишневый сад». Для меня это очень-очень скучно, но мы постараемся какое-то вот зерно, так скажем, интересное из этого взрастить. Вот. Посмотрим, что из этого получится. Но вообще, как утверждает преподаватель нашего клуба, не все так просто, как кажется. Это первый момент. Поэтому приходите, будем ждать. И если есть какие-то вопросы, пишите мне, я вам расскажу, как туда попасть. Второй момент. Я вот сейчас позавтракала в Клер Барн, так называемом, сеть каких-то там кафе здорового питания. И я вообще не понимаю, за счет чего такие заведения живут. Потому что все очень невкусно, очень дорого. И просто гадость какая-то. Всем хорошего дня. Всех целую.